Сегодня во многих странах мира проходит день привлечения внимания к железнодорожным переездам. С начала года в Чувашии на железной дороге произошло уже 3 ДТП. 2 человека пострадали, 1 погиб. Сегодня железнодорожники и сотрудники ГИБДД, вооружившись памятками и светоотражающими жилетами, напоминали водителям о правилах безопасности при переезде путей. Акцию провели в Лапсарах. Там в феврале этого года бензовоз попытался проскочить перед поездом, но не успел. Специалисты отмечают, основной причиной ДТП по-прежнему является невнимательность автомобилистов. Статистика этого года как бы показывает, что мы идем ростом. В сравнении с прошлым 2017 годом на один случай. В прошлом году было 2 случая, в этом году уже 3. Мы максимально хотим охватить всех участников дорожного движения, максимально, значит, дать понять, что любое нарушение при проезде железнодорожного переезда может повлечь за собой очень как бы тяжелые последствия. Подвергается жизни не только водитель, но и пассажир, который с ним находится.